сегодня минус 20%. Сейчас посмотрим, что тут есть. Сколько стоит? Прям похоже на лен. 380 минус 20%. Шорты для лоскутика. Ух, 330. Гляньте, какой был бы лоскутик классный. Вот хорошие штапельные шорты. Шорты 330. Это, наверное, в лето они так подорожали. Надеюсь, я правильно держала. Ну, все шорты по 330. Посмотрите, какая безрукавочка. Просто бомбическая. 140 рублей. Минус 20%, еще и с вышивкой. Слушайте, ну я должна ее померить, наверное. Нет, мерять я ее не буду. Она несколько была в употреблении. Ну хороша. Ну хороша, боже. 140. Рублей 100, 110 она получается. Вот новисенькая, как по мне. Я смотрю по горлышку, по всему. Сколько же это стоит? 170. Между прочим, даже на меня велика. По-моему, той же фирмы, что у меня брючки хаковские. Ой, а какие кнопки тут. Все, я поняла, что это за фирма. Кстати, это дорогая жилетка. Сколько? 440. 440. Юбочка какая веселая. Не пойму, где цена. Посмотрите, какая. Безымянная. 220 минус 20%. 190 с копейками. Вот лоскутик веселенький нашла. И я прошу прощения, если тихо. Ну, я громко здесь не рассказываю. Юбки что-то все такие прям недешевые. Тоже какой красивый лоскуток. Хлопок 170. Может довисить до хорошей оценки. Тогда как лоскуток заберу. Какой красивый сарафан. Но музыка орет. Долго не могу показывать. Вот. 380 рублей сарафанчик. 550. Платьишко, ну, наверное, подделка как под что-то, но я знаю, что сейчас очень модные такие платья. Если бы не трикотаж, а какой-нибудь лен с таким рисунком, я бы его забрала, не задумываясь. Послушайте, какая красота. Но оно не дешевое. Туника или как это назвать. Вряд ли это платье. Да, 550. Ох, хорошо, какое. 500 рублей, гляньте, лен какой. Ну, дорого, за 500 не буду брать лоскутик. Фирма. Не знаю, ни о чем мне не говорит, я не знаток, но ткань классная. 380 рублей, Биос. Ради фурнитуры я бы ее за сотню купила. Нашла вот такие клапчики. Сейчас пойду взвешу, насколько затянет. Ну и все, наверное, на сегодня моя охота закончена. Все, всех целую, обнимаю. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на канал, делитесь в соцсетях. Сегодня 20% скидка на Горсаде, полная замена. И закрылся тот, который за пассажем. Секонд, который была штучно. Которая была штучно фиксирована, цена, очень жаль, закрылся. Боже, посмотрите, какой шифон. Мама дорогая, его очень дорого, как же мне дождаться его скидки. Вы посмотрите. Мама дорогая, зачем я сюда зашла? Подобная блузка у меня есть новая, которую я буду резать. Ой, какой шик.
Посмотрите, 110 минус 22. Ну, такой малюсенький кусочек. В общем, приеду через 2 недели на скидке. Вот любимые слоны. 110 рублей минус 20%. Ну, был бы мой размер, я бы ее забрала сейчас. 440. Посмотрите, какая тканюшка. Да, точно через 2 недели я буду здесь. Что-то для меня точно останется. Посмотрите, какие ткани. Ну и вещички неплохие. Когда 20%, вещички еще очень даже неплохие. Ну, еще с учетом того, что мне лоскутики нужны красивые, то придется приехать. О, смотрите, какая накидка. Смотрите, какое шикарное длинное платье. Вот его бирка. Марокко. Смотрите, какой цвет. Не хочу кидать на пол. Шикарное. Шикарное. Размер маленький на меня. 550 рублей. Вот, посмотрите, 550. Такие поляны мне на пиццу. Опять же, 550 минус 20%. Посмотрите, какие цветы, которые мне бы очень пригодились. Посмотрите, 440. Какая юбка. И вы знаете, она совершенно новая. Боже, как мне нравится. Она мала, конечно, на меня. Не вижу ее. Не вижу ее данных. Но юбка шикарная. Смотрите, какой штапель. Многослойный сарафанчик. Послушайте, не знаю, как мне быть. Костюм 440. Размер на меня, конечно, маловат. Можно было бы что-то придумать. Боже, он просто шикарен. Посмотрите. Это вообще 660 торсей фирма платьишко. Очень милая. И вот, посмотрите, какая прелесть. А это уже висит в который раз. Никак они его не продадут. Видимо, убирают, когда падает цена. 440 сейчас. 280 минус 20%. Цвет шикарный. Возможно, довисит в виде лоскутика для меня на скидке. 330. Очень легкий какой-то хлопок или батист, что-то такое вышитое. Необыкновенно красивое и легкое. Это посмотрите, как классно сделать пиццу, подставочки под чашечки для кофе. Ланчмат бы и подставочки шик просто. Я сегодня вся настроена на лоскутки. 330 минус 20%. Очень красивые фрагментики для пэтчворка. А это посмотрите, прям готовая подушка. H&M блузончик. Готовая наволочка на подушку. Посмотрите, батист Индия. 330 рублей. Сейчас я посмотрю. Не пойму. Гляньте. 330 минус 20%. Просто вообще необыкновенный кусок ткани. Чуть не пропустила. 330. Посмотрите, какой красивый. Прям квадратный кусок лоскута. 170. Сумочка. С конем. А это я знаю одну любительницу вот такой символики. На развес. Штапельная рубашечка какая. 440. Ой, я не помню, эту я видела или нет, блузку. Шифон 280. Все, через 2 недели приезжаю. 20 штук 5 довисит, и то можно будет забирать. Я покуда лазила, гляньте, что вырвала. О, просто. Это я шифон показываю тоже. 380 минус 20%. Какая красочная юбочка. Сплошная ткань. Штанишки 330. Но на попку поменьше моей. Я так понимаю, с этой стороны подешевле вещи. Видите, какой шифон 280. Вот, посмотрите, какой шифон. 110. 110.
Боже, какая красивая. Это рубашка. Не могу найти ее цену. Вот она, ее цена. 330. Гляньте, какая красота. Боже мой. А тут платки. Сплошняк. Ткань. 170 минус 20%. Ой, ну как же ж так? Я не буду скупляться, не буду. Я себе обещала. Посмотрите. Посмотрите, что вообще просто. Сколько стоит? Тоже 170 минус 20%. Чудо. А вот 330 сжатый шифон. Боже, бабочки, просто чудо. Вот 220. Посмотрите, какой красочный. Этот не вижу. Сколько? Пока не вижу. Тоже какой цвет красивый. Да, тоже 220. Просто шикарный цвет. Вот какая симпатичная маечка, футболочка. Непонятно. Стильненькая. Не вижу цену. 90 рублей. Симпатичная, минус 20%. Ну все, на сегодня все. Не буду я ничего брать, все присмотрела. Приеду через 2 недели. Уверена, что у меня что-то останется. Все, всех целую, обнимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Помнят, как я в каком-то из секондов снимала, драконы ходили. Так вот это драконья подруга. Она ловит добычу, и они вместе ее едят.